Тем, кто планирует построить дом, вырастить сына и посадить дерево, я очень рекомендую человека, который точно знает, какое дерево посадить. Знакомьтесь, селекционер Анатолий Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте. Гуляем по саду, который был заложен 30 лет назад. Именно здесь месторождение осенних сортов, которые сегодня являются самыми любимыми не только в Поволжье, но и по всей России. Немногие знают, что самые известные осенние сорта яблок выведены в Куйбышеве в 80-е годы. Десятилетия кропотливого труда привели к тому, что старинные сорта, вроде аниса и боровинки, вытеснили более сладкие и ароматные плоды. Тогда была опытная станция у нас, а сейчас Жигулевские сады. Работал Сергей Павлович Кедрин. Он работал более 50 у нас лет, вывел очень много сортов. 33 сорта яблони он вывел. Но наилучшие, вот самые, наверное, лучшие из них это сорта, это Куйбышевская, Кутузовец, вот и Спартак. Вот. Они сейчас и самые распространенные. Сегодня специалист подробно рассмотрит особенности лучших сортов местной селекции. Кстати, именно они населяют большинство дачных массивов и промышленных садовых плантаций в губернии. Знакомьтесь, Спартак. Очень быстро вступает в плодоношение, наращивает быстро урожай. И к 10 годам более 100 килограммов можно получить с одного дерева. Какие недостатки у этого сорта? Нет, не очень высокая морозостойкость у него, страдает от солнечных ожогов. Еще одной особенностью сорта считается дружное созревание и осыпание, вследствие чего садовый «Спартак» требует целый легион сборщиков. Снимать надо яблоки именно, когда они хорошо вызрели. А когда они хорошо вызрели, они окрашиваются, такой розовый румянец. Есть спелые яблоки с дерева специалист не советует. Медовый вкус и головокружительный аромат «Спартак» раскрывает позднее, спустя 2-3 недели после сбора. Мякоть сочная. Мелкозернистая, нежная. Сладкая. Очень вкусно, сладкая. Очень много сахара. Именно сахарный вкус делает «Спартак» любимцем женщин и детей. Но это же свойство накладывает табу на длительное хранение до ноября. Кто успел, тот и съел. Мы находимся около дерева сорта «Жигулевская». Сорт также был посажен у нас в 1986 году. Видите, на сильнорослом по двое. Выжил, ведь многие там суровые зимы он выжил, прекрасно себя чувствует, дает урожай. Но сорт этот выведен тоже Сергеем Павловичем Кедриным, очень давно районирован у нас по Самарской области, и не только по Самарской области. Вы можете его встретить и во многих областях бывшего Советского Союза. Жигулевское яблоко сложно перепутать с другими. Дерево издалека видно по крупным огненно-красным плодам. Оно буквально семафорит сотни стоп-сигналов, предупреждая человека – пора запасаться витаминами. Хорошее вкусовое качество, но тоже он хранится в определенных условиях, в условиях плодохранилища до февраля месяца. Листья у Жигулевского скручены. Зеленые, интенсивно зеленые, значит, городчатость у него хорошо выражена и скрученный лист. Сразу, как только посмотрите, и его сразу можно отличить. И то, что плоды крупные очень, но недостаток сорта все-таки недостаточно высокая у него урожайность. Созревает на 2 недели раньше «Спартака», но хранится «Жигулевская» намного дольше. Сорт прогремел на весь Советский Союз не только вкусовыми качествами и привлекательным видом. Саженцы уже на 3-й год начинают радовать массивными плодами. Старинный русский сорт «Боровинка» сегодня встретишь только в сельской глубинке. Дерево приметно широкой, раскидистой кроной. Концы ветвей, как серьги, венчают яблочки среднего размера. Боровинка пригодна только для употребления в свежем виде. Хранится плохо, ввиду зернистой мякоти. Особенность вот этой вкуса у нее шумящая мякоть такая. Она, в общем, рыхлая довольно мякоть. Хорошо кушается, кисло-сладкий вкус такой у нее довольно хороший. Сейчас мы проверим, как эта мякоть шумит. Вот, пожалуйста. Так, ну-ка. Пробуйте. Вроде не шумит. Нет. Она когда шумит? Шумит, когда вы кушаете ее. А, во рту. Во рту. Просто чувствуется вот, чувство такое. Тем не менее, старая добрая Боровинка не одну сотню лет выручает сады с пониженным рельефом, холодными ветрами. Там, где вымерзают другие сорта яблонь, Боровинка выдерживает любые заморозки. В следующем выпуске мы вернемся в этот сад для того, чтобы рассказать о новых осенних сортах яблок. А сейчас узнаем о том, как ведет себя популярный местный сорт в переработке.